лесном городке началась реконструкция здания бывшей начальной школы. Скоро здесь будет новый детский сад. В садике будет 5 групп. Группы будут до 3 лет и от 4 до 7 лет. То есть, ну, общая наполняемость 168-170 человек. Я думаю, то, что это покроет как бы потребность нашего лесного городка. По проекту здесь появится пищеблок, медицинский кабинет с изолятором, гостевая парковка. Благоустроят и дворовую территорию. Глава округа Андрей Иванов провел выездную инспекцию, чтобы проверить ход работ. Этот детский сад действительно очень нужен, потому что дефицит большой. В лесном городке всего один детский сад, номер 24. При мощности в 280 детей, там сейчас находится 365. Поэтому дефицит большой, около 200 детей. И мы, безусловно, будем каждую неделю контролировать ход работ, чтобы не подвести ни жителей, ни, соответственно, не сорвать муниципальный контракт. И в конце года получить этот объект, получить ввод в эксплуатацию. Этот детский сад и лесногородская школа в будущем составят единый образовательный комплекс. Завершить основную часть реконструкции должны уже к середине сентября. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».